И Ли делает это с помощью своего следующего фильма «Путь дракона», в котором выступает как режиссер. Для решающего боя Ли приглашает своего ученика Чака Норриса. Он участвует в бое, который проходит в Римском Колизее. Персонаж Ли, используя классическую технику кунг-фу, проигрывает бой. Это происходит до того, как он начинает применять джит-кун-до.